В ходе таможенного контроля с помощью рентгентехники в его багаже было обнаружено множество однородных предметов. При досмотре багажа таможенники нашли 133 меховые шкурки общим весом почти 26 килограмм. Как пояснил мужчина, он не знал, что характер и количество товара является коммерческой партией и подлежит обязательному таможенному декларированию. Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят, образцы для определения рыночной стоимости направлены на экспертизу.